Всем привет! В этом видео мы разберем, как начать позировку на животике, но начать ее с портрета. Только, то есть, как говорится, передняя часть малыша. У меня, кстати, бимбэк очень плотный, потому что укладывать я буду на бок и кладу его впереди. Главное, смотрите, чтобы близко к краю, да, не положить. И вот эта вот покатая часть, смотрите, если вы сюда начнете укладывать малыша, он у вас скатится. Поэтому сюда, вниз, под вот эту часть обязательно нужно подложить какую-то поддержку, хотел сказать support. Ну, поменьше возьму, то есть малыш у нас сегодня маленький. Вот таким образом я положу вот сюда. Все, и смотрите, малыша нужно будет укладывать, чтобы рука шла вот здесь. То есть если вы будете укладывать вот таким образом, то он у вас вниз начнет съезжать, нужна поддержка. И мы сейчас не будем вообще никак трогать заднюю часть, то есть ножки. Мы начнем только... У нас старший братик там ждет. Вот, я просто положу сюда боб, но на ножки сейчас обращать внимание не буду. Мы начнем с вами только с передней части. То есть сконцентрируемся. Так, аккуратненько мы его сейчас уложим. Видите, у меня одеялко на нем. У меня... Да, он холодный, не очень. Да, у нас тут тепло. И... Помните, да, мы будем концентрироваться только на передней части. Мы не будем трогать сейчас ножки пока. Кстати, мама сказала, что у малыша колики, поэтому посмотрим, как он справится. Памперс мы оставим. Так, я пока уберу. Так, там все видно, да? Да? То, что он по 20 минут работает. Смотри, чтобы кнопочка красненькая, да, горела, да. Угу. И я жду, пока малыш успокоится, не убирая руку. Перчатки надеваю, чтобы у меня руки не клеились к малышу, и у меня руки достаточно холодные. Не все малыши любят холодных рук. Сейчас, видите, у меня бучу съехал, мне нужно его будет поправить аккуратненько. Оливер? Нет, Оливер это муж. Это Джей Джей. Это малыш Джей Джей. Так, я включу. Она шумит, греет и успокаивает. Молодец. И сейчас я поправлю, видите, я поднимаю боб вот этот, чтобы сделать вот такой красивый угол, чтобы у меня голова не вниз лежала, а вот так. То есть, когда я уже уложила, мне будет более комфортно отрегулировать внутри. Помните, я говорила, что когда мы снимаем на бобах, бимбэк должен быть плотный. Вот сейчас он у меня все равно чуть мягковатый, потому что чаще все-таки я снимаю с чашей, и для нее нужно бимбэк помягче. И я сейчас буду подкладывать аккуратно полотенце, чтобы зафиксировать головку вот под таким углом. Готово. А так как я знаю, что малыш немножко беспокойный, так как начались колики, я не буду трогать сильно много и не буду сейчас трогать ножки вообще. То есть я положу здесь красиво ободочку такого же цвета и начну снимать. Ему нравится эта штучка. Немножко начинает на себя тянуть. Сейчас мы поднимем. Видите, у него голова сейчас смотрит на меня. Мама тут мне тоже стоит. То есть нужно, чтобы голова смотрела повыше. То есть я сейчас вот этот кончик аккуратно подниму. Не-не-не, спасибо. У меня сегодня мама оператор, потрясающий. Кстати, мама у меня всегда самые крутые операторы.
Да. Потому что они заинтересованы. И нравятся потом маленькие видео. Так, маму зовут Таня. Так. Так, я сейчас вот эту штуку сюда положу, чтобы... И я полотенце, ой, одеяло быстро поменяю на обмоточку. И ножки я пока трогать не буду. Уберу их назад. Видите, сразу он. Мне вообще не нравится, когда трогаешь, видишь? Вот так, видишь, ножку тронула, все вот. Да, любит некоторые позиции, и потом меняешь. Готово. Да, прям видишь его как. Но он поглубже может уснуть и будет красиво. Но мне, конечно, хочется вот эту ручку чуть-чуть внутрь туда. Такие, вроде постирала, перчатки все равно такие. Но если честно, если бы это была моя платная съемка, я бы уже так снимала. Что-то хочется. Готово. Угу, все. Ага, все, готово. Так, теперь камера туда. Так, подожди. Угу. И теперь мне важно правильный свет, да, как я говорила сюда. У меня часть бимбега уходит в темноту, то есть вот видите, где у меня стена, и свет у меня падает вот так на малыша, и за счет подъема головы у меня очень красивая небольшая хайлайт здесь, свет здесь и тень с этой стороны. Я снимаю достаточно на сильно открытых диафрагмах, на 1,4 примерно. И моя задача сейчас снять. Резкость у меня будет вот на этом глазике. Я сниму горизонтальный и сниму вертикальный кадр. Где у меня находится камера по отношению к малышу. И вот примерно отсюда я отхожу назад. А полный кадр, он немножко ножки, конечно, вытащил, да, то есть хорошо, когда они внутрь, и тогда вы можете более компактно его сделать, но тут, к сожалению, не та история. Да, он чувствует, да, любые прикосновения. Мы сейчас сделаем вот так. Да-да-да, такой. И сейчас я, смотрите, я захожу практически с головы вот отсюда и стараюсь здесь попка чуть-чуть. Ну, потом можно в Liquify немножко это все дело поправить. И сейчас я сделаю верхний кадр, то есть я положу ткань по горизонтали.